Всем здорово, народ. Тут тайна, просто расследование. Что же там готовится в картошечке? В файлах игры нашли ссылку на аккаунт Твиттера. А там, о боже, там картинку добавили на стенку. А на картинке собачья лапка какая-то нарисована. Угу. И предполагают, что это будет все в августе, когда у ВГ будет куча там всяких дат, дней рождений и так далее. Какой-то новый режим. А в следующем посту картинки билетиков. Ну и люди, конечно, начали уже угорать. Типа, будем играть в рандоме по билетам. Бои без арты по билетикам. Что они будут стоить миллионы. Бои без колесников за билетики. Кто-то говорит, что это будут билеты как World of Warships. За медальки получишь билетик, а за билетик купишь какую-нибудь плюшечку. Это могут быть и билетики, как в мобильных картофельных играх. Они там что-то с ящичков выпадают, и за билетик можно в туалетик сходить, попу им подтереть. Сказать, что это тайна, ничего не сказать, когда это все постится в крупнейшей группе ВКонтакте WhatExpress. Это уже давным-давно похоже на какую-то заготовленную рекламу от картошки, чтобы поддержать какой-то интерес. Или фиг его знает, на что это похоже, но это просто смех. Уже лишь бы что-нибудь запостить. В общем, в августе нас ждут билетики, возможно, в каком-то новом режиме, которые пригодятся, наверное, либо чтобы поиграть в этом режиме, либо чтобы после этого режима получить эти билетики и куда-то их потратить. Самое интересное мне, с какой стороны ВГ здесь прикрутят донат. А как же без доната? Билетики надо продавать, или доступ к билетикам, или еще что-нибудь, а как же иначе? По моей логике, по адекватной, куда можно засунуть билетики? Их можно засунуть в довольствие, которое выпадает рандомно там после боев. И за эти билетики можно покупать какие-нибудь штучки. Типа много времени проводишь в игре, у тебя копится много билетиков, и ты за них что-то там приобретаешь. Вот тебе типа награда. Можно и как в World of Warships. Медальки дают билетики, хотя медальки уже дают боны. И мне кажется, это уже будет как-то, наверное, жирно. Чтобы медальки еще и билетики давали, за которые можно еще что-то покупать. Типа прем-аккаунтов, ангарчиков или еще что-нибудь. Мне почему-то кажется, что это будет что-то временное. И как обычно, что-то для теста. Потестируют какие-то билетики, которыми потом будут гребсти бабки. Поэтому я думаю, это будет, наверное, скорее всего, какой-то новый режим. Они же обещали там гоночки какие-то или еще какую-то срань. Засунут в эти гоночки билетики. И катайтесь по билетикам. Будете покупать билетики на гоночки. Вы же всегда мечтали в 40 лет в пиксельные гоночки билетики покупать, чтобы покататься пару кружочков. Ну а чё, вы же бензина купили, чтобы покатать с ботами, блин. Вот такие дела. Честно говоря, занимаются всякой лабудой, но не самим геймплеем в рандоме. Честно говоря, хочется подойти к геймплею в рандоме, ногой в него потыкать и сказать, ты чё там, живой, нет, сдох. Разрабам, видимо, даже не интересно, сдох он там, не сдох. У них там какие-то бензинчики в голове, билетики, какая-то собачья лапка на иконке нарисованная. Мы на собаках будем ездить, видимо, а билетик в цирк. Ну или как кто-то из зрителей говорил, скоро будем покупать доступ в рандом, ну вот, за билетики. Купил билетик, сыграл катку в рандоме, не купил, иди нафиг. Зато мы играем на картах дисбалансных, где один респ выигрывает на 10%, на 5% чаще, чем другой. Почему бы и нет? И ничего не делается для того, чтобы респы были более-менее сбалансированные, где победа приносится результатом, который нужно показать. А не победа, потому что с одной стороны враги пока доехали до позиции, они уже все сдохли. А с другой стороны враги едут спокойно и в них даже нет прострелов. Об этом, конечно же, никто, наверное, не задумывается. Да, они там построили карту для линии фронта. Многие сейчас сказали, да мне вообще пихуй, карта для линии фронта. Я покатал новую карту для линии фронта на тесте. Ну, мне понравилось. И чё? Мне понравилось, потому что в World of Tanks почти не бывает новых локаций. Мне понравилось то, что там много всяких объектов новых, много деталей, укрытий разнообразных. Все выглядит красиво, прикольно.
Видно, что над картой поработали. Но это карта для линии фронта. Там же не особо-то пропот режим. Так-то оно было бы прикольно, если бы эта карта делалась там где-то, не мешая всему остальному. А то в рандоме уже и играть-то не хочется на этих картах. Зато в линии фронта будет новая карта. Да, прикольно, она там дает какие-то свежий взгляд на пиксели для твоего взора. Поскольку все остальные карты уже замылились и уже просто не хочешь их даже видеть. Потому что ты их видел уже 8 лет подряд, они не меняются. Едешь на автомате с закрытыми глазами в одно и то же место. Будет смешно, если будем покупать билеты, чтобы попасть на новую карту. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С вами был Варчик, играйте красиво. Или донатьте красиво. Всем пока.